Молдавский парламент в ходе заседания, состоявшегося в пятницу 5 мая, принял в первом чтении проекты законов о введении одномандатной и смешанной избирательных систем, предложенных Демпартией и Партией социалистов Республики Молдова. В то же время мажоритарная коалиция Плахотнюк-Дадон проголосовала за слияние одномандатной системы ДПМ со смешанной ПСРМ. За основу был взят законопроект социалистов. Предложение было поддержано голосами 74 депутатов. Данное решение было принято после того, как депутаты ПСРМ и ДПМ в течение 3 часов играли дешевый спектакль, поставленный 2 режиссерами, лишенными вдохновения. Они попытались нас убедить в том, что и у оппозиции есть право на голос. Скорее всего, увидев это, известный режиссер Константин Станиславский сказал бы: «Не верю». Одной из сцен стало выступление депутата ПСРМ Влада Батрынча, угрожавшего спикеру парламента Адриану Канду последствиями, которые наступят в случае, если не пройдет смешанная система, предложенная Игорем Дадоном. Я могу консультацию к фракционерщику, председателю Республики Молдовного Нигдор Додон, НКОДАТЫ РЕЙТЕРЫ, КОСАНТЕМ МИНДИГНАЦ, КНОМ ФОСТА УЗИЦ, АУФОС НКЛКАТЕ МАЙМУЛТЫ ПРОЧЕДУРЬ, СИНКАЛ КЫСЩИ КОНСТИТУЦИЯ РЕПУБЛИЧИ МОЛДОВА, НОВ ФОС ДИСКУЦИЯН ПАРЛАМЕНТ, ПРОБАБЕЛКА УРМА ПАРЛАМЕНТУ ДЕПУТАЦИЙ СЕ МЯРГЕН ХОТЕЛ УРЛЯ КОЛУНИ САЛМИМАТА УДЕЙ РЕПУБЛИЧИ, ДАНОШИЯН КОМИСЛИ ПАРЛАМЕНТАРИ, АШАКУМ ПРИВЕДИ РЕГУЛАМЕНТУ, НКОДАТЫ РЕЙТЕРЫ, КАДАКА, НУ, ВАФИ, ВОТАТ, Систему микс пропозди фракционе партии для сочлиш лордака рамыни систему униноминал, но и не резервем дрепту партии для сочлиш лорка. Если чел мой мэры партии динсара куспрежену аписичен заиш депрочентя популяции, не резервем дрепту для ну партии чипа на леджи парламентаре, ши для кема уамени ла протесте демократича. Для чея инко дата инсистем ка проекту униноминалуй софии скос дин адженда парламентулы. Ши Софии вотат проекту фракционе партии для сочелишлор. Усуту до уштрей. Мерси. Стимати домнил Бетринча, ам се кауте регламенту парламентului дака existe o astfel de posibilitate care se numește amenințare și poziționare în forță de genul pe care îl faceți. Vreau să vă anunț, dacă nu știți, că proiectul numărul 60 din 14 martie 2017 a fost votat în lectura întâi cu 52 de voturi. S-a respectat procedura întocmai deoarece a avut loc și Comisia Juridică care a elaborat și a emis raport care a fost făcut public aici plenului, la care au participat și colegii dumneavoastră în comisie. Vreau să vă anunț, dacă nu știți, că și proiectul numărul 123 pe care l-ați menționat ca proiectul mixt, la fel are raport. Dacă considerați că a fost încălcat procedura, păi a fost încălcat procedura și în privința acestui raport. Dacă considerați că s-a încălcat procedura, înseamnă că noi, în general, ce facem aici acum și despre ce fel de punere la vot mai urmează pentru proiectul 123. Dacă considerați că noi am încălcat procedura, atunci probabil rămânem pe 100, pe cel votat deja numărul 60 și plecăm acasă, fiindcă putem să facem și lucrul ăsta. Dar noi suntem cei care suntem oameni de stat și ne gândim ca oameni de stat și acționăm ca oameni de stat. Și fără tot felul de amenințări sau condiționalități. Și doar pentru viitorul acestei țări pun la vot aprobarea în primă lectură a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative, proiectul numărul 123 din 19 aprilie 2017, nu ca și condiție impusă de fracțiunea Partidului Socialiștilor, dar pentru viitorul Republicii Moldova, pentru modernizarea europeană a Republicii Moldova. Cine este pentru, vă rog frumos să vă pronunțați prin vot. Iar numărătorii, vă rog frumos să ne dați rezultatele pe sectoare. Votul este de 74, astfel proiectul de lege a fost votat în prima lectură, proiectul numărul 123 din 19 aprilie 2017 a fost votat în lectura întâi. Ceea ce a fost astăzi în Parlament putem califica ca o victorie a președintelui și a fracțiunii socialiștilor în lupta contra votului uninominal.
Но у президента Молдовы короткая память. Да-да, еще 7 месяцев назад в ходе предвыборных теледебатов на национальном телеканале «Молдова-1» Игорь Дадон подписал обязательство, в котором заявлял, что ни при каких обстоятельствах не допустит сотрудничество с Плохотником и Демпартией. Давайте освежим вашу память, господин президент. Дамна Санду, я вам пропустим мою мотиву. 17 ворог аккорду эста кену фачит с коалицией ку Плохотнюк. Йолан 17. 17 что для вас? 17 аккорд публика, ну фачится коалиции ку Плохотнюк до палечи. Кого мне и собада сейчас купил? Лидер нашей партии Рената Усатый разместил на своей странице в Facebook документ, который напоминает об обязательстве, взятом на себя Игорем Дадоном, о несотрудничестве с Владимиром Плохотнюком. Текст публикации Усатый добавил, что сегодня состоялась официальная помолвка ПСРМ и ДПМ. Лидер нашей партии призывает все оппозиционные силы, в том числе и ПСРМ, противостоять массовыми протестами внедрению законопроекта о смешанной избирательной системе. Сегодня, когда были приняты проекты законов об одномандатной и смешанной системах, перед парламентом спонтанно собралась группа протестующих. Людей было мало, так как в повестку дня заседания парламента неожиданно были включены вопросы о смене избирательной системы. Власти подгадали время, когда в стране не было лидеров оппозиции, выехавших за границу. Во время заседания парламента лидеры оппозиционных партий призывали граждан выходить на протесты. После этих призывов в центре города, кроме демонстрантов, появилась и полиция. И все же на митинг протеста пришли вместе с жителями Кишинева и представители общественного мнения. Бывший посол Республики Молдова в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре заявил, что в здании парламента происходит антидемократический переворот. Introducerea acestui vot uninominal sau a sistemului mixt, opoziția parlamentară sau cei care se numeau trebuiau să fie cu noi în stradă. În campania electorală anticonstituțională, Dodon promitea să fie în fruntea mișcării protestatare, nu la masa de tratative cu Plahotniuc. Uitați-vă ce se întâmplă. Asta e rușine. Ceea ce se întâmplă astăzi este complot împotriva democrației, împotriva visului nostru european. По словам вице-председателя нашей партии Дмитрия Чубашенко, произошедшее сегодня лишний раз демонстрирует картельный сговор между партией социалистов и олигархической верхушкой. В здании парламента фактически совершается государственный переворот. Фракции партии демократов, большинство Плохотнюка и фракция партии социалистов включили в повестку дня два законопроекта об одномандатной и смешанной системе. Сейчас они обсуждают, что с этим делать. Мы призываем всех, кто выступает против этой системы, сторонников нашей партии, всех неравнодушных людей прийти сюда к парламенту, чтобы показать, что даже вот в пятницу после обеда, перед праздниками, по-воровски они собираются совершить это преступление, изменить избирательную систему, против которой выступает большинство граждан Молдовы, выступают европейские международные организации. Интригу ситуации придают два неизвестных. Дальнейшие действия объединенной оппозиции и отзыв Венецианской комиссии, который должен появиться 16 июня. Отзыв вряд ли будет положительным. Особенно, если оппозиция перейдет к активной фазе протестов. Ведь Венецианская комиссия уже высказывалась отрицательно в 2014 году по поводу перехода к смешанной системе. Наверняка Владимир Плохотнюк просчитал и такой вариант событий, и у него есть на этот случай отходные пути. В отличие от Игоря Дадона, олигарх может пренебречь такой составляющей, как влияние ситуации на его личный рейтинг. Ему в этом смысле нечего терять, рейтинг попросту отсутствует. Нетрудно догадаться, что Плохотнюк снова использует карманного главу государства, который заявит, что Венецианская комиссия его партии не указ. Простит ли Россия, а также избиратели Игорю Дадону уже второе предательство после голосования за Николая Тимофти? Это большой вопрос. Игорь Николаевич рискует запомниться гражданами Молдовы как использованный президент, использованный Дадон.